Продолжаем выпуск. Проблемный перекресток. На пересечении проспекта Соборного и улицы Украинской. Очередное ДТП. С места событий сюжет наших журналистов. Сегодня ранним утром полицейские получили вызов. На Лахте очередное ДТП. К слову, на этом перекрестке они случаются чуть ли не каждый день, говорят местные жители. На сей раз столкнулись «Шкода Октавия» и «Хюндай Элантра» с днепровскими номерами. Административное правонарушение в действиях, как мы видим, водителя транспортного средства «Хюндай Элантра», поскольку, двигаясь по проспекту Соборному, выполнял поворот налево, а именно на улицу Запорожскую, в сторону улицы Школьная. А знак же дорожный 5.16 свидетельствует о том, что поворот налево запрещено здесь выполнять. Водитель «Хюндай» по правилам должен был двигаться прямо по проспекту. Выехав на перекресток, он создал аварийную ситуацию и спровоцировал ДТП, говорит инспектор патрульной полиции. Через пару часов после происшествия машины отбуксировали к обочине. Движение на данном участке дороги нормализовалось. Пострадавших нет.